Игорь Катков обращается ко мне как человек, который продвигает обучающие детские программы. Математика, физика, химия, биология. Такое обучение вытеснит все остальные формы. У меня сын еще до школы самостоятельно ознакомился с анатомией по большой книжке-раскладушке в игровой форме. Обучение можно использовать т.т. исключить страх перед неудачей. Ну да. У меня здесь несколько, возможно, проектов. Сейчас вот я их рассматриваю. Мне предлагают почитать лекции по истории России, по истории бизнеса. Сейчас у меня будет одна лекция в UCLA. Это университет государственный, крупнейший здесь, в Лос-Анджелесе. По трансформации в России, истории там бизнеса, социальным проблемам. Я буду рассказывать вот об этом периоде с 88 по 94 год. Это как раз период, когда при Горбачёве возник этот закон о кооперации, начал развиваться бизнес, ну, в какой-то форме. Вот. И до 94 года, в 94 году началась эта авантюра, которая превратилась в первую чеченскую войну и фактически способствовала приходу власти силовиков, возврата КГБ, там Примаков в конце концов стал министром иностранных дел вместо Андрея Козырева. Вот. Ну вот такая лекция. Лекция по истории бизнеса. Я в Москве читал в разных местах. По математике. Значит, один из возможных вариантов. Значит, разные разделы математики. Лучше бизнесом, конечно, заниматься, потому что лекциями много не заработаешь. И прожить здесь профессору, который только читает лекции, не занимается бизнесом, очень тяжело. Буду бизнеса создавать. Ну, тут много направлений деятельности здесь. Только захоти. Тебя там какие-то переговоры я начал с университетами по вот этой MBA-программе. Предложил там почитать лекции и сообщил, что сам бы не против. Ну, меня просто замучили предложениями из 10 университетов. Просто каждый день новое предложение. Там, Константин, иди сюда, у нас тут лучше всего. Мы в самом центре Соединенных Штатов, католический университет, тебе будет с нами хорошо. Вот, это значит, уезжать нужно туда. Посмотрим.